Самохина Диана, Инказан. Вот вы, наверное, слышали про этот скандал с пенсионеркой, которую не пустили в Буркини в акваарену. Мы об этом писали, наши коллеги об этом писали. Вот сегодня «Реальное время» сообщило, что ДУМРТ этой историей заинтересовалась. Конечно, мы не имеем права указывать, государство не имеет права указывать собственникам бизнеса, ну, в каком виде им пускать людей к себе. А вот с моральной точки зрения, как эта ситуация выглядит? Все-таки у нас многоконфессиональная, многонациональная республика. Я прошу вас это прокомментировать. Да, я смотрела ваши публикации на протяжении, по-моему, 2 дней в Инказан очень подробно, и экспертов привлекала к этой теме. Вы совершенно правы, с точки зрения того, повлиять на коммерческую организацию мы никак не можем, но с точки зрения вопроса морали, я думаю, что в таких ситуациях всегда можно найти компромисс, и можно было поступить гораздо более лояльнее по отношению к человеку.